Дорогие друзья, 10:30 утра, воскресенье, и Мяс Лайф опять пробует для того, чтобы рассказать вам о самом лучшем, о самом интересном, что есть в нашем городе. Итак, Мяс Лайф пробует капуэру. Что это такое? Сейчас узнаете. На мой взгляд, это афро-бразильская культурная традиция. То есть она подразумевает в себя не только физическую культуру, она подразумевает в себя музыкальную культуру, она подразумевает в себя отчасти португальский язык. Наша школа, она существует уже 8 лет, которая работает в Миасе, именно в Миасе. Наша тренировка закончилась. Было очень круто. Мне очень понравилось. Надеюсь, ребятам тоже. Вот такой вот выход. Вот такой вот. Пара-пара-пара.